В России проходит основной день голосования по поправкам в Конституции. Проявить свою гражданскую позицию на участок номер 3418, который располагается в Щелковской художественной галерее, пришли депутат городского округа Рустам Махмутов с братом. Еще в 90-х годах была эта Конституция. Я еще был молодой, мне очень хотелось какую-то лепту внести в Россию. Пришло это время, эти поправки, целостность России, культуры наследия, жизненно важный момент. Те поправки, которые есть в Конституции, они жизненно необходимы. Это как целостность нашего государства, это то, что Советский Союз, Россия является правопреемником Советского Союза, это историческая справедливость. Граждане, пришедшие на участок, чтобы обозначить свою позицию, уверены, это важно сделать для будущего нашей страны. Я голосовал и когда были выборы президента, и сейчас считаю своим долгом внести вклад в развитие страны. Некоторые жители отметили для себя наиболее важные, по их мнению, поправки. Меня интересует поправка по животным. Я люблю очень их, и меня волнует то, что их не защищают наравне, например, с людьми. Напомним, чтобы принять участие в голосовании, вы должны прийти на свой участок, имея с собой паспорт гражданина Российской Федерации. Процедура проходит в абсолютно безопасном режиме. Каждому человеку измеряют температуру, вручают маску, перчатки и личную ручку. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.